папа. Прости, что забыл забрать тебя сегодня. Ничего, папа. Мне придется работать всю ночь. Привет, можно я выйду? Входи, я открываю. Ты сейчас должна спать, не спится. Мне очень жаль. Премьер Entertainment. Жертва 1. Доктор Сьюзан Келли. Ножевые ранения. Вторая жертва – это агент ФБР Джеральд Келли. Займемся поисками ребенка, пока это в нашей юрисдикции. Поверь, говорю серьезно, я сделаю все, чтобы найти твою дочь. Тот, кому вы передали деньги, был агентом ФБР. К сожалению, деньги пропали. Если бы узнали, что кто-то убил всю вашу семью, что бы сделали? Торговля органами, поэтому выкуп не требовали. Где моя дочь? Где моя дочь? Скажи мне, где мои деньги, и тогда я верну тебе дочь. Келлан Латц. Джефф Фэй. Где моя дочь? Должное правосудие.